Виктор Владимирович, вот нас попросили поговорить на тему недержания мочи. Различные виды недержания мочи бывают. Зачастую это бывает очень часто у женщин в предклимактерический, климактерический период. Да, и другие состояния, связанные с циститом, которые вообще даже и не так уж и не привязаны к возрасту. То есть, ну, не принято об этом говорить. Или недержание, или вот такое реактивное поведение. Необходимо срочно, там, каждые там, 20-30 минут искать туалет. Конечно, это некомфортно. От чего это зависит? Можно ли как-то на это повлиять? Можно ли это вообще самостоятельно регулировать состояние? Ну, в общем, много тут неудобств. И также с запахами, связанные с посторонними. Можно ли как-то помочь, купировать, повлиять? И вот с чем это связано? Может, с каким-то органом? Может, с совокупностью? А может, действительно, только антибиотики, и все, и другого выхода нет? Ну, вы задаете вопросы, которые, в общем-то, как листики на палочке какого-то кустика одинаково, но корешков у этого кустика может быть много. Почему? Потому что вы одновременно с предклимактерическим, климактерическим, постклимактерическим недержанием мочи задаете вопрос, связанный с циститом. Здесь можно их объединить только одним, что очень часто мочеиспускание, конечно, не дает возможности быстрого, полноценного замены белья. И, конечно, это в свою очередь вызывает вот эти вот неприятные ощущения. Виктор Владимирович, недержание мочи, различные формы приводят к изменению запаха тела человека. Сам человек может это ощущать или не ощущать в силу разных его особенностей, но окружающие ощущают точно. И чтобы вот преодолеть вот эту неприятность, мы давайте с вами вот в ближайшем вебинаре прям подберем и серию биологически активных точек и рефлекторных упражнений, которые помогут и все-таки купировать вот это состояние недержания и как следствие поработать с запахами тела, чтобы, в общем-то, человек чувствовал себя спокойно и уверенно. Давайте. Что нам это мешает это сделать? Ну, нам ничего не мешает это сделать. Если такой запрос будет, пожалуйста, пишите, пожалуйста, ваш запрос в комментариях. И будет много таких запросов, и мы буквально уже завтра можем показать на вебинаре такой развернутый комплекс. Все зависит только от вас. Пожалуйста, обращайтесь, пишите запрос, переходите на вебинар, и будем с вами заниматься. И как говорили в древности, вы хотите песен? Их есть у нас. Вы только напишите, только подмагните. Подмагните нам, в смысле подмагните. Нужна вам эта тема или не нужна? А то, что она максимально актуальна, это 100% вероятность. И как говорила наша дочь, и продолжает говорить наша замечательная внучка, на всякую пожарку захватите скалочку кухонную, размером 40 сантиметров, хотя бы, минимум, и рулон туалетной бумаги, чтобы он стоял у вас по правую или по левую руку. Обязательно пригодится. Потому что если мы будем говорить об упражнениях, которые направлены на купирование состояния недержания мочи, если мы будем говорить о теме, как мы можем быстро избавиться от запаха неприятного тела, то вот нам этот инструментарий будет крайне важен. Милости просим. Словом, пишите заявку. Приходите на вебинар и будем заниматься. На сегодняшний день существует в достаточной степени большое количество различных прокладок и так далее, и так далее. Но я хочу сразу сказать о том, что прокладки, они носят чисто функциональное состояние, но они женщин, да, собственно, и мужчин делают заложниками. И очень часто люди в этом плане, какой бы они формы недержания мочи не страдали, они себя чувствуют в достаточной степени социально увечными, социально неполноценными. И это отражается в очень большом смысле на состояние когнитивности, это имеет большое отношение к состоянию эмоций. И в этом плане, на фоне назначения различных препаратов,
различных средств, различных даже физиотерапевтических, будем говорить, мероприятий. Практически в голову никому из специалистов не приходит в голову мысль о том, что надо эти все состояния начинать лечить со стороны печени. Начинать лечить со стороны признаков дискинезии желчно-выделительных протоков. Потому что какую бы мы из этих проблем не брали, если мы берем цистит острый или подострый, хронический, рецидивирующий, то, конечно, мы говорим о том, что у нас будут признаки перенакопления кальция, которые сами по себе являются признаками хронического или острого воспаления. И, конечно, в этом смысле будут нуждаться в определенной реализации со стороны поведения мочеточника, со стороны лоханки, со стороны поведения мочевого пузыря. Ровно так же, как система предклимактерического, постклимактерического недержания мочи уже по-другому связана с поведением печени с точки зрения того, что перестают функционировать определенные железы внутренней секреции. В первую очередь это гипоталамус, во вторую очередь это эпифиз или шишковидная железа, и в третью очередь это уже себя могут вести в этом плане не очень удачно надпочечники. Почему? Потому что это стрессовая ситуация хроническая. Человек себя чувствует, как я уже выше сказал, не очень полноценно. Это состояние хронического стресса, которое вызывает автоматическое рефлекторное выделение в кровь такого гормона, антагониста кортизолу, как прогестерон. И если у нас прогестерона мало, прогестерон имеет прямое отношение к строительству нашего тела, прогестерон имеет прямое отношение к строительству, будем говорить, тех структур, которые в целом обеспечивают поэтапно обмен веществ полноценный. И, кстати, в связи с этим хочу сказать, что ранние климаксы, ранние нарушения климактерического, будем говорить, цикла, ранние вот эти все моменты, которые связаны с метрорагиями, которые связаны с олигоменореей, которые в целом дают не очень благоприятный фон для развития онкологической патологии со стороны придатков, трупы, со стороны матки, на гормональном уровне, конечно, дает вот такую вот картину, будем говорить, неприятных запахов, неприятного ощущения собственного тела с той точки зрения, что меняется и непосредственно состояние тургора кожи, которое напрямую как раз-таки связано вот с поведением прогестерона, и которое, в свою очередь, поддерживается именно полноценной работой печени. Поэтому страдаете ли вы рецидивирующим циститом или заболели вы острым циститом, страдаете ли вы недержанием мочи, связанным с предменструальным, постменструальным состоянием, всегда, уважаемые коллеги, помните о том, что нужно начинать воздействие со стороны печени и желчно-выделительных протоков. К сожалению, к вящему сожалению, я хочу сказать о том, что определенная часть, будем говорить, в этом смысле женщин к возрасту климактерического, будем говорить, угасания, иногда не имеет уже желчного пузыря. В этом смысле, конечно, преобладают в той или иной степени признаки инсулинорезистентности, или уже даже есть признаки преддиабета и даже диабета второго типа. Есть различные виды абдоминального ожирения. И я хочу в этом смысле как раз-таки остановиться немножко подробнее. Почему? Потому что есть общая фраза «абдоминальное ожирение». То есть что такое абдоминус? Абдоминус, абдоминальное – это у нас живот. А и в этом смысле, ну давайте вот заниматься абдоминальным ожирением. О том, что в каждом конкретном случае, а это 5 уровней абдоминальных, так называемых, горизонтальных. И в этом смысле, конечно, очень важно понимать о том, что преобладание так называемого поджелезистого валика абдоминального жира, то есть, который находится под грудями, под молочными железами, это в первую очередь намек, или даже не без всякого намека уже указание на то, что надо заниматься крайне срочно печенью и желчным пузырем, селезенкой, поджелудочной железой, о том, что ниже валик, который располагается,
Это валик, который указывает на проблемы с восходящим и нисходящим отделом толстого кишечника. То есть это самая предкупольная часть или посткупольная часть поперечно-ободочной кишки, которая говорит о том, что надо желудок ставить на место. А вместе с этим это идет прямое указание и на то, что есть опущение внутренних органов со стороны малого таза. В первую очередь это может быть выпадение матки, это может быть выпадение влагалища. И в этом смысле, конечно, вот эти все конкурирующие состояния в виде бартолинитов, в виде воспаления больших и малых половых губ, в виде различных, то, что мы называем творожистыми изменениями, или в народе называют молочницей, а с древних времен это состояние называют влагалищной ангиной. Это тоже очень тесно связано с состоянием того, как ведет себя кислотно-щелочное равновесие и пищевода, и желудка. Дальше валик, который у нас соответствует уровню пупочного кольца, это как раз-таки справа, это уровень перехода тонкого кишечника в толстый кишечник. А там у нас очень интересное место есть такое, идет накопление так называемых пиеровых бляшек. Это то самое место, его еще называют лимфатическое сердце тонкого кишечника. И если вот это лимфатическое сердце тонкого кишечника очень плохо работает, очень часто вызывает состояние острого, подострого или рецидивирующего аппендикса. А слева это у нас, конечно, признаки, указывающие на формирование мегаколона, или то, что называют долихосигмой, или то, что называют сигмоидитом. И, конечно, в этой части нижний уровень, который является надлобковым или лобковым, он указывает напрямую на то, что есть проблемы непосредственно с маткой, есть проблемы непосредственно связаны с сосудами нижних конечностей, которые даже без визуальной картины со стороны варикоза являются признаками варикозной болезни со стороны толстого кишечника. И, конечно, уже указывает на проблемы, которые могут быть вызваны с тазобедренными суставами. И в каждом из этих конкретных случаев мы с вами смело должны заниматься печенью с желчным пузырем, печенью с желчевыделительными протоками. Почему? Потому что под каждую из этих конструкций у нас закладывается своя легенда, своя новелла поведения желчных кислот. Вот это очень важно понимать. Вот это очень важно понимать. Почему? Потому что как раз таки все дискинезии, они формируют вот этот огромный веер обменных проблем, который во всех этих случаях дает вот эту вот широчайшую картину различных патологических состояний. Виктор Владимирович, а вот виды недержания мочи, они все же многообразны. Какие-то зависят от того, как протекает цистит, какие-то зависят от того, как протекает менструация или предменструальное вот это состояние. Какие-то зависят от тяжести климактерического течения именно этого периода. Бывают также виды недержания мочи, кашлевое недержание мочи, ситуационное, например, психоэмоциональное, при повышенной физической нагрузке. Ну, и там целый ряд недержания мочи. Люди говорят, как днем все хорошо, а ночью вот буквально такие реактивные состояния. Если часто не вставать и не прерывать сон, то можно оказаться в очень неприятной мокрой ситуации. Скажите, пожалуйста, вот вы говорите, восстановление печени, восстановление оттока желчи, борьба с дискинезией поможет справиться и вплоть до устойчивого купирования этих состояний. А в каких случаях это вот прям может сработать достоверно, может даже 100%? А какие случаи вот может быть как-то по-другому? Ну, я хочу сказать о том, что вот ночное недержание, так называемое, или многократный подъем ночью, для того, чтобы освободить содержимое мочевого пузыря, в общем-то, связано с тем, что это является признаками изменения корешковой системы пояснично-крестцовой зоны позвоночника. Поэтому в этом смысле, конечно, нужно обязательно смотреть, если это не острый или подострый или рецидивирующий
хронический воспалительный процесс, а состояние связано с такими, будем говорить, костно-суставными заболеваниями, как сакроилит или люмбоишиалгия, или даже ишиалгия, или пояснично-крестцовый монорадикулит, полирадикулит. Конечно, это очень важно проводить так называемую вечернюю опорную гимнастику. Есть определенный разряд точек, есть определенный разряд подходов, связанных с использованием упражнений бескислородной гимнастики, которая за 45, за 50, когда за полтора часа до достоверного нахождения человека в постели, в общем-то, ну, на 80% решает проблемы с ночной необходимостью частого вставания. Виктор Владимирович, недержание мочи, различные формы приводят к изменению запаха тела человека. Сам человек может это ощущать или не ощущать в силу разных его особенностей, но окружающие ощущают точно. И чтобы вот преодолеть вот эту неприятность, мы давайте с вами вот на ближайшем вебинаре прям подберем и серию биологически активных точек и рефлекторных упражнений, которые помогут и все-таки купировать вот это состояние недержания и как следствие поработать с запахами тела, чтобы, в общем-то, человек чувствовал себя спокойно и уверенно. Давайте. Что нам это мешает это сделать? Ну, нам ничего не мешает это сделать. Если такой запрос будет, пожалуйста, пишите, пожалуйста, ваш запрос в комментариях. И будет много таких запросов, и мы буквально уже завтра можем показать на вебинаре такой развернутый комплекс. Все зависит только от вас. Пожалуйста, обращайтесь. Пишите запрос, переходите на вебинар, и будем с вами заниматься. И как говорили в древности, вы хотите песен? Их есть у нас. Вы только напишите. Только подмагните. Подмагните нам. В смысле, подмагните. Нужна вам эта тема или не нужна? А то, что она максимально актуальна, это 100% вероятность. И как говорила наша дочь, и продолжает говорить наша замечательная внучка, на всякую пожарку захватите скалочку кухонную, размером 40 сантиметров хотя бы, минимум, и рулон туалетной бумаги, чтобы он стоял у вас по правую или по левую руку. Обязательно пригодится. Потому что если мы будем говорить об упражнениях, которые направлены на купирование состояния недержания мочи, если мы будем говорить о теме, как мы можем быстро избавиться от запаха неприятного тела, то вот нам этот инструментарий будет крайне важен. Милости просим. Словом, пишите заявку, приходите на вебинар и будем заниматься. Психоэмоциональное состояние, конечно, это у нас связано с состоянием сердца. Это связано с состоянием перегрузки в области левого желудочка, состояние перегрузки в области восходящего отдела аорты. Поэтому в этом смысле, конечно, нужно обращать внимание и обязательно исследовать биохимию крови. И в этом контексте, конечно, обращать внимание на признаки изменений со стороны показателей железа, пресловутые ферритины, пресловутый гемоглобин, пресловутый гематокрит, и, конечно, смотреть за липопротеидами высокой и низкой плотности, как показатели белкового оснащения плазмы крови. Почему? Потому что как раз-таки они сами по себе являются раздражителями, уплотнителями массы движущейся жидкости, плазмы крови, которая, в общем-то, и дает вот такую вот перегрузку через каротидные отделы, которые находятся у нас в сонных артериях, и эмоциональные какие-то перверсии могут приводить к тому, что у нас рефлекторно на уровне третьей-четвертой веточки блуждающих нервов, слева или справа, в данном случае, конечно, мы смотрим на именно состоятельность уже по тазобедренным суставам, можем, опять же, приходить к необходимости применения
и определенных биологически активных точек и определенных мероприятий, связанных с использованием бескислородных упражнений. Но это уже не за полтора часа до отхода ко сну к полноценному нахождению в постели, а это определенное время по полудню, от часа до трех часов дня. Если вас беспокоит кашлевое недержание, то, конечно, надо в этом смысле разбираться с состоянием хронического бронхита, хронического бронхолитита, хронического несведения голосовых связок. Это связано непосредственно уже с состоянием желчи. Поэтому, как во всех случаях, конечно, надо, и мы настоятельно рекомендуем исследовать функцию желчеотделения. Но вот если это очень часто связано именно с кашлевым недержанием, с желанием освободить бронхи, с желанием освободить трахеи от мокроты, а это связано с пляшущим, так называемым, отрицательным давлением полости 12-перстной кишки, конечно, надо смотреть, как ведет себя желчь в части своего накопления, в части своего выделения. Если у нее резерв, обычно кашлевое недержание связано с тем, что пузырь находится в состоянии очень жесткого спастирования или наоборот очень такого жесткого растягивания. То есть это вот так называемое двухполюсное состояние со стороны желчного пузыря. Если он по каким-то причинам уже удален, то, конечно, нужно смотреть на так называемое проталкивающее свойство самой печени. Почему именно проталкивающее свойство самой печени? Потому что общепеченочный проток, то он часто может быть просто неполноценно себя вести за счет того, что есть признаки гемангиом или наличие гемангиом полости печени, есть признаки кист, есть признаки фибриновых изменений, есть просто неполноценное состояние, состоятельность очистки клеток печени. В этом смысле надо, конечно, обращать со стороны биохимии крови уже на поведение фосфатазы, уже смотреть на АСТ, АЛТ. Ну, и что вы еще там упомянули? Ну, при физической активности, конечно, это у нас скорость, очень интересно, это так называемое недержание бодибилдеров. Бодибилдеры – это люди, которые занимаются культуризмом. Так вот, очень часто культуристы пользуются так называемыми химическими препаратами, химическими модуляторами, в которых преобладает количество стероидных гормонов. И вот увеличение, конечно, стероидных гормонов в крови приводит часто к тому, что стенки мочевого пузыря просто и сами почки, лоханка, ну и далее по списку, так сказать, в общем-то, непосредственно до самого сфинктера мочевого пузыря, просто теряют свою эластичность. Ровно такая же картина, может формироваться при ранних климаксах. Ровно такая картина может формироваться при, будем говорить, длительных употреблениях пероральных противозачаточных средств. Такая картина может быть и тогда, когда люди пользуются в большом количестве немотивированно различными антибиотиками или нестероидными препаратами противовоспалительными с большим количеством веществ, которые приводят к увеличению так называемых простагландинов. Есть такая структура у нас в организме, непосредственно в системе иммунной, которая, выделяя большое количество вот этих самых простагландинов, тоже очень резко приводит к выделению большого количества кальция, который в буквальном смысле проникает в русло крови и вот формирует так называемое состояние бодибилдерской струи или бодибилдерского пузыря. Поэтому в каждом конкретном случае это надо рассматривать. А если речь, а зачастую так и бывает, когда физическая немощь, будем так говорить, отражается на состоянии кашлевого недержания, или когда кашлевое недержание связано с тем, что у нас уже есть определенные проблемы в шейном, воротниковом, в грудном отделе позвоночника, что если у нас есть при физической нагрузке и психоэмоциональные какие-то изменения
в области нижней части грудного отдела позвоночника или наоборот на уровне второго, третьего. Есть масса приемов диагностических, которые, понимаете, на первый взгляд они неуловимы, а вот можно посмотреть на человека, вот так вот можно посмотреть на человека, взять обычную ниточку и просто посмотреть состоятельность между мочками, между вершинами ушными и между родничком. И мы сразу, так сказать, сразу с вами увидим состоятельность подвывиха, не подвывиха, состоятельности или несостоятельности в шейном отделе. Особенно это касается второго, третьего сустава шейного отдела позвонков. А там что? Там у нас веточки, первые веточки блуждающих нервов, которые как раз таки чем занимаются? Водно-солевым обменом. Они занимаются тем, как они регулируют гормоны, как они регулируют ферменты, которые занимаются у нас пищеварением. Виктор Владимирович, а вот мы получаем очень-очень много сообщений и в комментариях, и в обращениях, и даже в отчетах, вот когда люди начинают выполнять какой-то восстановительный курс, говорят о том, что было, вот, перенесли коронавирус, а потом после коронавируса банальный грипп. И в одном, и в другом случае, если даже там когда-то проблема с недержанием мочи была, и достаточно уверенно человек справился с ней, то она возвращается, и вот что потом он только не предпринимает, она вот как-то так достоверно не покидает человека. И вот эти частые вставания ночью, и вот это утром невозможность донести то, что нужно донести, куда нужно. Вот, достаточно обостряется. О чем это говорит? Ну, во-первых, стоит ли таким людям в обязательном порядке заботиться о том, о снижении вероятности заболевания вирусного, там, грипп, ОРЗ, ОРВИ, чтобы не усугублять свое состояние с недержанием мочи дальше, с одной стороны. И с другой стороны, существуют ли методы, технологии, когда вот все-таки можно это преодолеть, послевирусное такое обострение, недержание? Я как-то не очень понял, стоит ли прерывать вирусное заболевание для того, чтобы... Нет. Предупреждать, является ли это максимально актуальной задачей, но... предупреждение дальнейшего развития? Конечно, да. Почему? Потому что то, что вы спрашиваете со слов или там впечатлений наших... клиентов, наших респондентов. Это в первую очередь связано с пресловутым цитокиновым штормом, который сам по себе в контексте, вот положим, коронавируса, в контексте тех изменений, о которых мы с вами предупреждали общественность и медицинскую, и просто людей о том, что как раз таки на пике COVID-19 у нас будут все больше и больше формироваться так называемые эндотелиальные проблемы, то есть нарушение внутреннего выстилания сосудов, то в данном контексте у нас, надо, конечно, подозревать, у нас есть две ипостаси с очень тонким нежным устройством. Они не похожи друг на друга, но по качеству, по своей, как материалы, они, так сказать, практически однозначны. Это состояние наших нейронов, это состояние сосудов, которые... кровеносные сосуды, которые запитывают наши почки, и это система, которая обеспечивает наш миокард. Поэтому вот эти вот моменты, они очень похожи в том смысле, почему идут очень часто срывы, именно нарушение электрических сигналов, и которые заканчиваются или фибрилляцией, или которые заканчиваются, к сожалению, разрывом сердечной мышцы, или которые заканчиваются потом молниеносным развитием ишемической болезни сердца. Так вот, ровно те же самые проблемы по ишемизации, они происходят и в почках. И поэтому вот эти все состояния недержания мочи, они связаны с тем, что у нас лоханка перестает, в общем-то, дифференцировать. И сам процесс разделения мочи, понимаете, он нарушается. То есть, чтобы вам было понятно, условно говоря, из почки выделяется условно, чтобы вы правильно меня понимали. Из почки вот в какой-то момент выделяется 300 мл жидкости, которая в силу своей специфики начинает делиться на первичную мочу и на вторичную мочу.
Так вот, первичная моча у нас уходит в русло лимфатической системы, потом уходит в кровеносное русло, а остаток или там какая-то половина уходит через мочеточник и мочевой пузырь. Но когда лоханка не справляется за счет того, что формируется ишемия почек, конечно, вот этот весь поток, он выходит куда? Он выходит в русло мочевого пузыря. И, соответственно, на момент нашего рефлекторного, нашей рефлекторной регистрации у вас накопилось 180-200 миллилитров, при всем при том, что емкость, так сказать, может держать, горизонтальная емкость может держать 500-600 миллилитров, вертикальная емкость может держать до 800 миллилитров, бывает такое. То в утренние часы, когда мы находимся в горизонтальном положении, вот этот в буквальном смысле поток вот этой мочи, он и вызывает это состояние, когда мы зачастую не добегаем. И, кстати сказать, очень хорошо, ну, условно, конечно, но эти вопросы всегда решались наличием ночных ваз. Ночных ваз. Всегда были ночные горшки. Там немножко, конечно, свои тонкости были, они были связаны там с диетами с определенными и так далее, и так далее. Но для того, чтобы не создавалась вот эта ситуация, которая травмирует психику, понимаете, я иду и по дороге теряю. Но это такой момент, немножко прикладной. То вот одна из причин, о которой вы спрашиваете, я попытался вам ответить. Но именно вирусные проблемы, они во многом формируют вот эти цитокиновые моменты. У нас включаются тучные клетки, у нас включаются Т-лимфоциты, у нас включаются простагландины, у нас включается моторика именно подвижности аденозин-трифосфорной кислоты. Клетка постоянно обновляется для того, чтобы не лишить человека энергии. Поэтому все это сопровождается вот такими вот моментами, связанными и порой с недержанием мочи. Поэтому предвирусная профилактика обязательно, полноценное лечение текущих клинических проблем обязательно, и выход из вирусной патологии, конечно, обязательно. А у нас в школе безопасного здоровья профессоров Картенко все для этого есть. С нами разработана линейка препаратов, в том числе, которая и решает вопросы профилактики, и решает вопросы течения вирусных заболеваний в той или иной тяжести, степени их проявления. И, конечно, вот восстановительный период для клеточного материала. Восстановился клеточный материал, восстановился обмен веществ. Восстановился обмен веществ, мы нивелируем пресловутую дискинезию. Вы скажете, опять дискинезия? Да, опять дискинезия. Но в данном контексте это будет связано с петлеуложением. Это будет связано с системой моторики. Это будет связано с системой всасывания. Почему это происходит? Потому что на высоте вирусной патологии у нас происходит, в буквальном смысле этого слова, залипание тех поверхностей кишечных, через которые у нас происходит всасывание биологически активных веществ, которые нам крайне необходимы для нашей полноценной жизнедеятельности. То есть вот этот пресловутая ось кишечник-мозг или мозг-кишечник, она в контексте вирусной патологии является очень яркой иллюстрацией того, как вирусы на самом деле в определенный период, будучи, так сказать, нашими подначиками, в лучшем смысле этого старого русского слова, подначивающие, то есть заставляющие нас, так сказать, на то и щука, чтобы карась не дремал. Понимаете, есть такое крылатое выражение. Ровно на то и вирусы, понимаете, которые периодически приходят и смотрят, ага, готов ты, человек, со мной побороться или не готов? Если готов, я тебя трогать не буду. Но крайнее событие, вирусные вот этой вот экспансии, конечно, они говорят о том, что во многом это уже моменты, которые выходят за рамки и самой вирусологической науки, самой науки вирусологии и самого понимания того, как, с какой скоростью эмбрио необходимости, биологической необходимости к нам приходят вирусы. Но это из серии уже, может быть, некой конспирологии, некой, будем говорить, другой истории, но тем не менее, мне задали вопрос по поводу недержания мочи и вируса, я вам говорю, цитокиновый
Вот, напишите, цитокиновый шторм, стрелка. Надпочечники, стрелка. Кортизол, стрелка. Увядание или депрессия прогестерона, стрелка. Снижение гладкомышечной активности, стрелка. Снижение активности поперечно-полосатой мускулатуры. Все, замыкается круг. Поэтому предупрежден, значит вооружен. Только где-то забрежила тема, только-только о том, что вирусы начинают тык-дык-тык-дык-тык-дык. Понимаете? Значит, обязательно противовирусное мероприятие. Обязательно противовирусная защита. Но это не только противовирусная защита, это еще и рефлекторное воздействие на специфические. А имейте, пожалуйста, в виду, извините за менторский тон, есть определенное количество биологически активных точек, биологически активных зон, упражнений, которые помогают очень хорошо стабилизировать состояние клеточной защиты. Клеточная защита нам крайне необходима. Это дом настоящего поросенка. Это дом настоящего поросенка в том плане, что дом настоящего поросенка должен быть вашей крепостью, а не фигли-мигли и ширли-мыгли. Понимаете, из хворостинок, еще чего-то. И самое интересное, эпид-волна прошла, на телевизионные экраны выставляют препараты, которые якобы защищают от вирусов. Понимаете, а где же они на тот момент, когда вирусы пришли и вот сидят, и нам, так сказать, дули крутят. Понимаете? Поэтому основная защита – спаси себя сам. А спаси себя сам – это предупрежден, я, извините, что повторяю, значит вооружен. Завеяло где-то биологически активные точки. Будет вам интересно, пожалуйста, напишите нам с профессором Картавенко, Татьяна Владимировна, проведем специальный, если вам угодно, не просто вебинар, а марафон, двухдневный, трехдневный, на котором покажем, расскажем о необходимости использования тех или иных биологических точек, которые крайне полезны при вирусной атаке. И помните, пожалуйста, о том, что вирус пришел-ушел, и вы думаете, он за собой ничего не оставил? Нет, он за собой оставляет выжженную землю. А выжженную землю, так сказать, понимаете, как огнем или солью посыпано, 10 лет на ней ничего не растет полезного. Значит, что на ней могут расти? Сорняки. А что такое сорняки в нашем организме? Онкология. Онкология. Или то, что в академической науке медицинской принято назвать малигнизация. О, раковение. Понимаете? Условно говоря. Не отпускайте вожжи, если какие-то проблемы у вас там с кожей, проблемы там с почками, проблемы. Вам сказали, да ничего страшного, это доброкачественно. Уважаемые коллеги, помните о том, что доброкачественно, вот так на счет 3, так сказать, может превратиться в недоброкачественную. Поэтому не создавайте условия для формирования дискинезии в вашем организме. Не создавайте их. Приходите к нам на вебинары, регистрируйтесь, задавайте вопросы, не стесняйтесь, затыкайте рты идиотам и дуракам, которые, так сказать, стебутся над этой темой, крутят у нас, так сказать, скорее у себя они крутят пальцами у виска. Понимаете, есть доброходы, которые, да не слушайте их, не смотрите, упражнение начинается на 10-й минуте. И что? Ну вот началось упражнение на 10-й минутке. А что вы от этого узнаете из этого ролика? Для чего вам это надо? Вы никогда об этом не узнаете. Поэтому давайте вместе соберем профсоюз или сделаем общество, понимаете, нормальных людей, которым нужны знания о самих себе, о самих себя, о собственном здоровье. И мы с Татьяной Владимировной Картавенко все для этого делали, делаем, а с вашей помощью, с Божьей милостью, с Божьим благословением, будем продолжать это делать. Сколько нам Господь будет давать, так сказать, без оглядки на этих идиотов, уродов, понимаете, столько мы будем с вами трудиться. Всего вам доброго. Виктор Владимирович, недержание мочи, различные формы приводят к изменению запаха тела человека. Сам человек может это ощущать или не ощущать в силу разных его особенностей, но окружающие ощущают точно. И чтобы вот преодолеть вот эту неприятность,
Мы давайте с вами вот в на ближайшем вебинаре прям подберем и серию биологически активных точек и рефлекторных упражнений, которые помогут и все-таки купировать вот это состояние недержания. И как следствие поработать с запахами тела, чтобы, в общем-то, человек чувствовал себя спокойно и уверенно. Давайте. Что нам это мешает это сделать? Ну, нам ничего не мешает это сделать. Если такой запрос будет, пожалуйста, пишите, пожалуйста, ваш запрос в комментариях. И будет много таких запросов, и мы буквально уже завтра можем показать на вебинаре такой развернутый комплекс. Все зависит только от вас. Пожалуйста, обращайтесь, пишите запрос, переходите на вебинар, и будем с вами заниматься. И как говорили в древности, вы хотите песен? Их есть у нас. Вы только напишите, только подмагните. Подмагните нам, в смысле, подмагните. Нужна вам эта тема или не нужна? А то, что она максимально актуальна, это 100% вероятность. И как говорила наша дочь, и продолжает говорить наша замечательная внучка, на всякую пожарку захватите скалочку кухонную, размером 40 сантиметров хотя бы, минимум, и рулон туалетной бумаги, чтобы он стоял у вас по правую или по левую руку. Обязательно пригодится. Потому что если мы будем говорить об упражнениях, которые направлены на купирование состояния недержания мочи, если мы будем говорить о теме, как мы можем быстро избавиться от запаха неприятного тела, то вот нам этот инструментарий будет крайне важен. Милости просим. Словом, пишите заявку, приходите на вебинар и будем заниматься. Всего вам доброго.